что сказать. Бой проигран. Nine stitches, and only what you say after a fight was, I'm sorry. For me, it's the last fight. I told him in Holland, for me, it's my last preparation. You will not in his preparation no, in the future? No, I think he stopped also after this fight. Because for this fight, he was not fit. He had problem with the knee, problem with the shoulder. His body hurts a little. I think it's age bit. If he decide to continue his career, you will with him or not? No, for me it was the last time. Что сказать? Бой проигран. Федор проиграл. Что тут сказать? Пропустил удар. Хороший, акцентированный, четкий. Причем я пересматривал сейчас его несколько раз, понимал, что Бейдер готовился именно к такому удару, потому что он убирал голову, он прятался, он осознавал, что Федор умеет бить навстречу, что даже если навстречу полетит, что при такой убранной вниз голове вряд ли Федор попадет. А сам смог достать, а Федор, не мне его учить, естественно, я могу просто рассказывать о своих ощущениях, мне кажется, не включился. Вот есть такое состояние, когда надо получить легкий удар, и после этого ты входишь в боевой режим. Вот мне кажется, Федор не вошел в боевой режим. Вот у меня такое ощущение. Но он проиграл, по чесноку проиграл. Бейдер молодец, что ты еще сказать. Общались с Федором после боя? Да. Федор чувствует себя хорошо, ему не требуется дополнительное внимание от врачей. Ему зашили, по-моему, 9 швов ему наложили, сделали бровь. Хорошо чувствует, он хорошо себя покушал. Мы начали шутить, он посмотрел бой, я его спросил, ты хочешь посмотреть бой? Я ему включил телефон, посмотрел бой, как-то все хорошо. На завтра договорились, утром мы в 6 завтракаем. Потом выезжаем в город, он хочет детям купить подарки. Я думаю, что Федору надо пару дней взять паузу, потом собрать пресс-конференцию в Москве, и там уже объявить какое-то свое решение. Я бы так сделал. Питер Тайс говорит, что, точно он больше не будет готовить Федора дальше, то есть он закончит и надеется на то, что Федор закончит. Потому что у него есть проблемы с коленом, он сказал, достаточно серьезные. Плюс во время подготовки он заболел там раз, и в принципе, да. Подготовка была по-настоящему тяжелая, да, это все правда, то, что вы сейчас говорите, и травмы, и все это уже накопилось. И 42 года они только обостряются, даже старые травмы, которые там были пару десятилетий назад, все это понятно. Но я еще раз говорю, никто не знает, что Федор решит. Я бы на его месте взял паузу, пару дней подумать хорошенько. Посоветовался в конце концов с женой.